I'm alive. Яврики спят. Вова как положил тапочек. Так папа и спит. Спасибо. Давай, давай, будем сейчас резать апельсинку. Вот это вот не зря закину. На. Ты это будешь? Ой, молодец, помощник мамин. Ой, накапал. Ну ничего страшного. Мама. Какой? Тёкать. Мой помощник золото. Самое любимое занятие. Ой, молодец. Тёка, молодец. Климотик, мой хороший помощник. Все? Вова разбросал гречку, а Клим все собрал. Молодец. Вова, на горшок. Давай. Ага. Целую тарелку гречки Вовусик сам съел. Я поражаюсь. Ах ты. Ему никакие бутылочки не надо. Ему не надо ничего перемалывать. Он все ест в первозданном виде. У нас продолжение. Здорово. Катя. Будет восторг. Да, Клим тебя ждал. Кошмар как. Тут у нас что есть? Салаты. Вот эти вот а-ля красивые салаты никто не тронет до конца. Уже. На среднюю горечь. Угу. Ира мне тут для допанжи подарила приправу. Класс. Разберешь потом, ага. И можно уже докупать весь. Хорошо, супер.
Это моя рыбка для селедки под шубой. Чуть-чуть сейчас тофу положу сверху. Это еще у нас, сколько у нас всего? А я торт хотела заказывать. Ну вот, видишь, как удачно. Еще и том-ям же, да? Обалдеть. Бом-бом. И вон там стол такой. Новогодний. Ты ее позвала? Спасибо. Вообще-то сюда вот эта вот папина порция, а то моя. Наш праздничный стол. Давай. Ням-ням. Там Янчик еще сейчас там с духовки. Боже, какой хороший ребенок. Сидит, играет в кубики. Сюда дал телефон? Вовочка. Какой ты умняшка. Бабам. Да, бабам. Клим, и что он ест это? На, тёпка. А можно мне тоже? А ты, может, потом не съел? Съела. Всё, принимай его. До свидания. Это у вас не ребёнок. Я вам сразу говорю. И даже не притворяйтесь. Гладите его, свое пузико. Я пойду туда. Спокойно лежим. Я закрываю дверь. До свидания. Да. Вы же говорите, что у меня там не ребенок. Это была шутка. И тадам, у вас мальчик. Полноценный мальчик, прямо жопу. Жизнь сладости. Ну ладно, все, это у вас ребенок там, настоящий. Давай, ложитесь. Я сейчас проверю. Мама, 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 мама. Уже говорит, что он не там камни перед всяким и ребенок. Понравилось тебе? Бам! Тут Климосик с Дашулей сделали слайм.
Ой, у меня он загустился. Так он не мешал еще, надо мешать. И у Клима вон. Вовочка, сейчас, когда будет готово, то ты получишь, ладно? Рано еще, понимаешь? Нормально или нет? Плохо, да? О, нет, ты же мама. Смотри, аккуратно. Такие сложные прям фигуры задают, как будто они здесь отукаются. Не будешь? И все это печеньки, пускай пекутся. Весь ровно по линиям, Диди, по линиям. Сильно обалдеть. Котик, ты чего? Ну, сам хочет, это круп этот, точнее. Теперь бери елочку и вот сюда. Вот такие получились. Мне кажется, им надо подождать. Один вот так вот положи, он быстро остынет. Угу. Вообще такой классный хлеб. Мы пробуем. Я новый заказала, йога. Прям и печеньки не нужны, и сладкое не надо. Не говори прям вообще. Чай пить. Эти чуть-чуть подгорели. Клим уже много съел. В общем, Климу очень понравились печеньки, мне тоже. Будут здесь храниться.